Единая система идентификации и аутентификации ЕСИА появилась в России в 2010 году. Сегодня среди ее возможностей присвоение гражданину цифровой подписи с привязкой к порталу госуслуг, управление идентификационными данными, авторизация уполномоченных лиц органов исполнительной власти при доступе к функциям системы и так далее. Учетная запись – своего рода универсальный ключ к многочисленным сервисам и получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.